Уважаемый Александр Иванович, от имени муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа номер 40 города Ярославля выражаю благодарность Следственному управлению Следственного комитета России по Ярославской области за взаимодействие и создание кадетского класса под патронатом Следственного управления. Сотрудники ведомства регулярно проводят занятия с обучающимися, оказывают содействие в организации и проведении мероприятий гражданско-патриотического, духовно-нравственного и спортивного направлений. Добросовестное отношение к проведению мероприятий, доброе и внимательное отношение к обучающимся являются отличительной чертой сотрудников Следственного управления. Выражаю благодарность подчиненным сотрудникам за их профессионализм, неравнодушное отношение к вопросам воспитания подрастающего поколения. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.